упечатывая шаг. Мы надежда, надежда страны. Нам нелегко, но победа за нами. Нам зажигать олимпийское пламя. Вива Россия, вива надежда страны. Классные старты 2023. Нынешний сезон спортивных игр школьников получился ярким, эмоциональным, полным бескомпромиссных поединков и запоминающихся побед. Немного из истории. Фестиваль «Классные старты» впервые состоялся в 2019 году. И тогда, и сейчас стать участником этих увлекательных игр мечтает, пожалуй, каждый шестиклассник. Что важно, в команде ребята все из одной школы. На протяжении многоэтапных состязаний они показывают, насколько дружны, сплоченные и спортивные. Итак, по порядку. Еще весной прошел муниципальный этап. Классы из разных школ соревновались в городских и районных эстафетах. Затем победители отправились на зональный тур. Состязания проводились в четырех зонах области. Очень вообще переживали мы. Думали, что не сможем, но мы смогли. Один за всех и все за одного. И вот здесь классы, занявшие первые и вторые места, получили путевку уже в финальный, областной этап классных стартов. Мы не ожидали, что мы займем первое место. Но мы очень старались, прям очень сильно эти эмоции мне не описать. Веселые старты. Это еще одно спортивное мероприятие, чтобы их заинтересовать, дать им здоровый образ жизни и завлечь детей в спорт. Спорт, как говорится, это норма жизни, спорт – это движение, а движение – это здоровье. Именно в командной игре и познается дух не только соперничества, но и поддержки. В ноябре 8 сильнейших команд с разных концов области съезжаются в Оренбург, где им предстоят поединки на одной из лучших спортивных арен – ВСКК Оренбуржья. Участников финального этапа гостеприимно встречает город детства – уютный загородный лагерь. Для ребят это большое путешествие и новые впечатления. Ну, мы сюда ехали 7 часов, но для того, чтобы завтра показать наши результаты, наши достижения. Наша команда просто хочет получить славу для района, для области, для нашей школы. Хотя я здесь первый раз на классных стартах, но программу изучили. Будем бороться, победить сильнейший. Ну а пока у ребят есть время подготовиться и время беззаботно поиграть. Это ж такой эмоциональный подъем, это такие веселые классные старты. Готовы, зарядились по полной, борются за победу. Чемпионы будут грызться до конца. На классных стартах каждый шестиклассник чувствует себя в главной роли большого телешоу. Участники в центре внимания, и на них направлено несколько телекамер. В объектив попадают самые необычные моменты.
Ребята впервые в жизни дают интервью, делятся своими переживаниями. Это было очень напряженно. Мы будем выжимать из себя всю силу, которая есть. Главное не сдаваться и бежать только до цели. У нас у всех есть единое желание победить. А еще не упускают возможности поблагодарить учителей и родителей. Мам, папа, я вас очень сильно люблю. Спасибо, что вы... спасибо всем родителям, что вы нас сюда отпустили. Это шикарнейший стимул для того, чтобы заниматься спортом, и для того, чтобы общаться со сверстниками, не просто где-то сидя на скамеечке, уткнувшись в телефон. Действительно, очень увлекательное мероприятие. И запомните на всю жизнь. Ну, а теперь, тем более, благодаря телевидению, благодаря цифровой фотографии, это еще можно будет и детям, и внукам показывать. А вот, когда я был маленький, у нас вот такие были классные старты. Это здорово. Это здорово. Это будет, значит, семейная традиция тоже для активного образа жизни. Попасть на финальные игры классных стартов – круто, говорят ребята. Ведь здесь такой спортинвентарь, которого не встретишь на уроках физкультуры. Огромные надувные конструкции, батуты со всевозможными барьерами. Преодолевая преграды, чувствуешь себя настоящим супергероем. Вот, задорно зрители поддерживают, команды поддерживают. Нет! Неужели прям перед самым длинным финишем? Это определенный заряд и для нас тоже уже. Теперь уже бывших спортсменов, посмотреть на ребят, на молодежь, как они активные, какие они спортивные, какие они дружные, как они борются с какими-то своими страхами, неуверенностью, как они расстраиваются, как они преодолевают это расстройство. И в конце концов, когда они побеждают и радуются, вот эти эмоции, они ни с чем не сравнимы, поэтому с удовольствием всегда сужу классные старты. Как показывают эстафеты, вперед вырывается не тот, кто физически более подготовлен, а зачастую именно та команда, что умеет работать слаженно. Вот, например, отличная проверка сплоченности, дружности – это конкурсы «Лыжи» или «Гусеница». Когда ты стоишь впереди, ты не видишь, как сзади все происходит, и невозможно командно вот так работать немного. Самое главное – быстро руками и ногами. Главное – идти потихонечку и не спешить. Конечно, было тяжеловато, мы сбились со счета, уронили гусеницу, но мы не сбились, мы быстренько встали и пошли дальше. Не только быстрота и ловкость – ключевые качества. Нередко меткость участников помогала им переломить ход игры и вырвать победу. Есть, дяди, да! Я хожу на волейбол, и была в прошлом году на соревнованиях нужно было тоже попадать в цель. У нас есть волейболисты, баскетболисты, борцы, пловцы, танцоры есть. Впервые в программу эстафет организаторы включили необычный конкурс – игрушечные автогонки. Здесь все зависело от того, насколько виртуозно ты можешь управлять машинкой. И кое-кто поражал своим мастерством дистанционного вождения. Команды классные, ребята, аккуратно, но мастерский просто водитель. И завершает эстафету со своей командой. Да, мне было очень интересно. Машинка была очень быстрая, и ее было довольно тяжело управлять. Давно играл в машинки? Да. У меня их много было, и давно я с ними как бы играю. Ну и похоже, у меня тоже дома лежит. Как бы я уже знаю, как они управляются. И довольно просто было. Соперничество и поддержка. Переживания и неподдельные эмоции. Слезы и радость. Когда выкладываешься на все 100 ради команды, ради своей школы и малой родины. Все это дают классные старты. Есть такое понятие, как стиль жизни, да? И вот мы сейчас вот этим мероприятием именно формируем здоровый стиль жизни. Потому что быть здоровым сейчас в нашем обществе должно быть модным, стильным. Понимаете? Вот для этого и нужны классные старты. Воспитание детей, воспитание патриотизма, воспитание гражданственности – это то, о чем сегодня задумалось наше общество. Это вообще классно, что такие классные старты у нас есть. За ребят испытывают гордость их наставники, учителя физкультуры. Они понимают, все закладывается с детства. Здоровье и любовь к спорту. К
коллективная работа и целеустремленность. Вот и на классных стартах педагоги ни на шаг не отходят от своих маленьких героев. Ведь важно в нужный момент дать нужный совет. Все, желаю успеха вам, удачи. Все помним, делаем как дома, можно лучше, я не обижусь. Важна поддержка тренера, настроить, сказать им нужные слова перед каждым конкурсом. Здесь личный подход очень важен. Надо знать индивидуальные особенности каждого ученика, поэтому... Находишь какую-то изюминку. Я очень сильно переживал, я аж прослезился. Я переживал, аж голос потерял, видите, как за свою команду переживаю. Судят классные старты именитые спортсмены и заслуженные тренеры. Они не скрывают восхищения юными участниками. И даже где-то им завидуют. Очень весело, я бы с большим удовольствием поучаствовал. И правда, и наблюдая здесь за ребятами, тоже представляю, каким бы был бы я. Очень крутой формат. Это очень интересное мероприятие. Мероприятие, которое собирает, ну, скажем так, детей со всей области. И для них какое-то событие. Это такая история, которая останется у них в голове. И такая история связана со спортом, с эмоциями, с победами, с каким-то общением. Общение внутри коллектива в будущем заложит такой фундамент развития спорта, а спорт – это здоровье нации, здоровье нашей страны. Я думаю, это хорошая очень идея. Участники стартов собственным примером доказывают своим сверстникам. Успех и победа сопутствуют тому, кто дружит со спортом. У кого спорт – норма жизни. Основная задача этого соревнования – это сплотить коллектив. То есть, когда ребята с разными возможностями, с разными успехами в разных дисциплинах работают вместе и получают командный результат. Это часть роста, часть социального роста, когда у них есть свои какие-то ориентиры. Они тоже становятся ориентирами для младших классов, и это соревнование будет продолжаться. Классные старты – проект, мотивирующий подрастающее поколение к здоровому образу жизни. Фестиваль совместными усилиями проводит ведомства социального профиля. Министерство образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, а также региональный центр общественного здоровья. Помимо самих состязаний, для участников финального этапа организована и познавательно-развлекательная программа. Квесты, киносеансы, мастер-классы. К ребятам в город детства приезжали врачи по медпрофилактике и обучали навыкам оказания первой помощи. Вот здесь вот ты находишь мечевидный отросток, вот он. Да. И делаешь надавливание. Вот, сейчас было хорошо. Нам это может в целом пригодиться хоть где, даже за каким-либо углом, даже родным помочь. В финал классных стартов в этом году пробились бугурусланские школьники и команда «Саракташа». Это было противостояние равных соперников. Сыграли в ничью, поэтому понадобился дополнительный конкурс, чтобы определить победителя. Кубок и главный приз – путевка в лучший лагерь области, солнечную страну – достались бугурусланским классным ребятам. Чемпионами финала областного спортивно-оздоровительного фестиваля «Классные старты» становится команда «Классные ребята» Бугуруслан. Такие мероприятия, как «Классные старты», позволяют развивать у подрастающего поколения лидерские качества. А они нужны не только в спорте, они нужны в жизни. Чтобы своим друзьям заниматься побольше спортом, не бездельничать. Быть в здоровой форме, правильно питаться. И хорошо учиться. Это уникальный наш проект. И очень хочется, чтобы родители брали пример со своих детей. И мы на следующий год планируем расширять географию наших классных стартов. Мы планируем приглашать другие субъекты Приволжского федерального округа. И даже пытаемся выйти, возможно, за пределы Российской Федерации. Возможно, к нам приедут команда шестиклассников из Беларуси, из Казахстана. Новые идеи у организаторов – это новый импульс в развитии спортивного фестиваля. Ждем, что следующий сезон классных стартов будет еще более масштабным и более ярким.